Всем привет! Сегодня понедельник, и мы решили пообедать опять же на природе. Значит, сегодня будет второй эксперимент. Вот видите, здесь угли с прошлого раза. Они, на мой взгляд, даже еще и наполовину не прогорели. Хотя мы в прошлый раз успешно все сделали, шашлыки под из курицы. Значит, эти угли, значит, они не пропитаны горящим раствором. Поэтому, когда мы поджигаем с помощью вот этого, этой жидкости специальной для гриля, да, они горят. Как только прогорает жидкость, они пламя уходит, и они отдают тепло свое. Поэтому я предполагаю, что это они еще сегодня послужат. Ну, в случае чего тут взяты дополнительные свежие. Но сейчас мы, значит, будем вот так сбоку сначала, смотрите, сбоку, да, чтобы руки не обжечь, потому что у меня маленькая зажигалка. Ветер сдувает пламя, бумажка не загорается. Пошло дело. Во-во-во-во-во. И вот теперь мы таким образом распространяем пламя на всю эту. И теоретически, как я предполагаю, угли еще послужат второй раз уже. О! Да куда ты поливаешь-то столько? Нормально. Сгорелись хорошо. Ну вот, эксперимент удается. Вот дело пошло. Вот по ходу дела, так сказать, готовые вытаскиваем. И с майонезом под названием Hellmann's, лучший майонез в мире. Едим соседки, сосиски запиваем крепким пивом 7,5%. Так, мы поели, пообедали на природе. И теперь я займусь полировкой машины. Полировкой, то, что вы знаете, я подкрашивал кое-где. И у меня остались следы подкраски. То, что их делать на улице. Следы видны. Нужно полирнуть. Вот, полировать я буду вот такими китайскими валиками. Ну, в принципе, эти мне сейчас не нужны. Вот, я сюда уже насадил. Самое главное, что здесь есть вот переходник под обычную, стандартную домашнюю дрель. Вот, не нужно никаких специальных аппаратов. Значит, берем вот такую полироль, финишную полироль. Наносим ее вот сюда вот и полируем. Так, наносим полироль на проблемное место. Ну, не проблемное, а то есть было подкрашено. Такая заплатка по-наглому была подкрашена. Вот я ее сейчас смазал. И начнем полировать. Обороты можно медленные, быстрые всякие. Так, ну неудобно, тут надо двумя руками держать. Так что пока прикрываем. Так, подошел тут оператор. Я теперь могу показать процесс. Вот я, значит, наношу сюда аппликации этой массы такой сметанной черного цвета. Это финишный полироль. Вот. И теперь предварительно здесь помыв по-быстрому, я и начинаю вот так вот наносить на поверхность, где мне нужно полирнуть. Вот, ну даже может сюда еще зайти.
Надо было тут, конечно, и скотчем заделать, ну ладно. Вот. И начинаем теперь вот так вот ее полировать. Оборот я регулирую с помощью пустового крючка, так сказать. И вот так вот. Вот так вот мы это все делаем. Тут пару дней назад я посмотрел видеокадры с несанкционированных митингов в Москве. Пару дней они вроде длились. Когда люди выходили просто типа на прогулку, вот, потому что митинги были запрещены, ну, несанкционированы, так сказать. Вот, и люди все-таки вышли, чтобы, так сказать, протестовать, хотя бы молча протестовать против нечестных выборов, против того, что независимых кандидатов нахально просто вычеркнули из всех списков, вот, властной структуры, ну, то есть полный беспредел. И люди вот решили выйти, просто выйти и прогуляться по улице. Это вроде выходные дни были. Вот, люди просто гуляли, да, то есть они вышли, вот, сами понимаете, и идут по улице, по центру Москвы. Вот, как бы это же не запрещено, насколько я понимаю, да. Причем они не выкрикивали лозунги, они не носили плакаты, не было одиночных пикетов, то есть вообще тишь да гладь, не приставали к ментам, все, хотя ментов там было немерено просто, со всей России, похоже, собрали туда их. Вот. И несмотря на это, началось реально жесткое вентилово, жесткое просто. Я поразился, я посмотрел эти кадры, если бы мне рассказали, я бы не поверил, что человек, вот там семья, там муж, жена, там сын, там дочка, вышли погулять. Просто там хватали без разбора, без причины. Вот, какие там росгвардейцы, ОМОНовцы отрывались на полную катушку. Я их могу понять, я могу понять, вот был бы я это самый молодой, жил бы в России, да, ну, в каком-нибудь там Задрищенске, и видел, что у меня никакого будущего ничего нет, да, ничего мне не светит, никуда эмигрировать не смогу, не пробиться нигде, и в Москву не смогу и уехать, и устроиться. Естественно, я пошел бы там в ментовку, в Росгвардию какую-нибудь, вот, там как бы и форма, обмундирование, кормежка какая-никакая, общага, значит, все как положено, и еще в Москве к тому же жить, вообще офигенно. Мало того, вот те люди, у которых есть склонность к насилию, да, ну, то есть там, которые любят заниматься боксом, ММА, борьбой, там, ну, такими единоборствами разными, желательно мордобическими, то есть бокс, тайский бокс, карате. Вот, это милое дело, это вот пойти в Росгвардию сейчас, да, и конкретно на практике, безбоязненно, в полной экипировке отрабатывать все, чему тебя учили и чему ты хотел научиться, да. Одно дело на тренировке по правилам, а другое дело, когда на тебя делают экипировку, каску с забралом, все как положено, дубинал тебе дают, газовые эти баллончики, все. Вот, щиты там, ну, все, что надо, да. И, значит, законно можно мочить мирных людей, которые просто идут по улице или стоят там где-то, да, просто стоят, понимаешь. Вот. Ну, посмотрите, я думаю, все увидели эти кадры, и я просто офигел. В первый день там где-то тысячи около посади, больше тысячи арестовали, и во второй день около тысячи там. Вот. Причем хватали без разбора. И просто вот идут, кто-то им там чисто внешне понравился, человек совершенно стоит спокойно. Ни плаката, нет ничего. Хотя в любой стране одиночные пикеты с плакатом везде разрешены. Тут даже этого не было. Даже этого не было. Один там чувак стоял, правда, с флагом российским. Но человек стоит с флагом своей страны. Просто молча стоит с флагом. К нему подбегает толпа этих головастиков, да. Выкручивает руки, флаг падает, тот на него наступает, его отрывает от этого самого, от древка. В общем, всем пофигу на этот флаг, да. Вот, всем этим сраным патриотам и всем этим росгвардейцам пофигу. Человек с флагом стоял, российским флагом, да, патриот России, так сказать. Вот. Ну и там куча вот таких моментов было, что, ну, люди вообще не сопротивлялись, и тем более не действовали, не делали никаких противоправных действий. Они или шли просто по улице, или они просто стояли где-то на улице, да, ну, то есть на центральной улице запрета стоять-то нет, запрета ходить нет.
по какому праву, как. И я прекрасно понимаю этих людей, вот этих вот, которые прогуливались в эти дни, и которых повязали, или их знакомых, или их родственников повязали таким жестким способом, когда за руки, за ноги волокли, просто там дубиналом избивали. Ни за что, вообще ни за что, понимаете, да? Вот, перекрыли там все дороги, какие-то там эти самые металлические заграждения. Иди туда, сюда нельзя. В общем, полный беспредел. Полный беспредел. Ну, правда, всякие досмотры я уж не говорю, потому что это вообще дико. Для любой западной страны это просто дикость какая-то. При любом массовом мероприятии тут близко нет вот такого, как это делается в Москве, там, ну, вообще, наверное, в России. При любом даже не массовом мероприятии, вообще просто любом каком-то месте, где может быть какое-то количество людей, полный беспредел. Вот. Я прекрасно понимаю этих людей, которые столкнулись вот с такой наглой противоправной деятельностью властей, в частности, вот этих вот росгвардейцев, ОМОНовцев и мусорья всякого поганого, да. Вот. Я бы на их месте, наверное, если бы меня сильно обиделся, и мне особо терять нечего было бы. Но если терять есть, то, ну, конечно, там и как-нибудь из-под тяжка. А если терять нечего, ну, нужно просто наглому их мочить. Вот. Ну, в приносном и в прямом смысле, не знаю, как хотите, так и понимаете. Вот. Всеми доступными способами. Желательно избежать ответственности, но сами понимаете, их нужно вычислять. Не зря они сейчас прячутся за масками, за всякими забралами. Вот, они понимают, что уже люди об этом задумываются. Вот я лично уже давно задумался на месте россиянского жителя, который пострадал, или его знакомые, или родственники пострадали от таких противоправных действий властей. Вот, я бы обозлился, и я не знаю. Итак, переходим к реальным методам противодействия нехорошим головастикам. Значит, методы противодействия могут быть незаконные, полузаконные и законные. Ну, начнем, наверное, с законных методов. Законный метод, я так думаю, для России это будет газовый баллончик, да. Причем, я думаю, что в России разрешены газовые баллончики даже более крутые, чем в Швеции. В Швеции, в принципе, они запрещены, кроме одного вида, это красящий, да. То есть там красное красящее вещество и небольшой слезоточивый эффект дает такой баллончик. Вот, он выстреливает струю где-то на 5 метров. Считается вроде бы как эффективно, да, по крайней мере, на какие там несколько секунд ослепляет человека, ну, в смысле, слезоточение, резь глаз вызывает, ну, такое не сильное особо действие, вот, и в том числе красящее вещество, значит, закрашивает человеку лицо, причем оно трудно смываемо, человек несколько дней ходит с красным лицом, то есть его легко вычислить, да, вот. Ну и я вот к чему веду, что эти головастики ходят обычно со стеклянными этими плексиглазовыми забралами такими, да, вот, то если прыснуть вот таким красящим баллончиком, даже если на глаза не попадет, то, по крайней мере, закрасит ему это стекло, да. Вот. Правда, я в последних митингах смотрел, они там одевают целлофановые пакеты, да, именно с точки зрения, что их закрасят там, да. Но они замучатся одевать эти пакеты, можно один раз прыгнуть, пока он там меняет, ему прыснуть уже на само стекло. То есть варианты есть разные, да. Вот. То есть вот газовый баллончик и желательно с красящим веществом, чтобы закрывать им обозрение, да, как только морду откроется, стекло, сразу опрыскать в морду красным, причем это будет очень здорово. Потом, когда он перейдет домой, будет в гражданском идти, да, после службы, его легко вычислить, кто он такой есть на самом деле, да, ну и, соответственно, принять необходимые меры. Значит, это было легальный метод противодействия. Второй, я думаю, легальный или, может, ну, полулегальный, но, скорее всего, легальный метод. Это, как я рекомендую, это обыкновенная рогатка, как ни странно. По-моему, рогатка, и даже в Швеции, нигде она не входит в запрещенный перечень каких-то там какого-то оружия. Это не холодное оружие, это не горячее оружие, это вообще как бы это детская забава. Но их много разных видов. Вот у меня одна из таких рогаток, это на AliExpress. Тут еще вот такая фиговина, да, можно ее вот так вот продевать в руку. Вот, она дает устойчивость, да, то есть можно очень сильно растягивать резину, вот, и здесь кисть не напрягается, потому что вот такой упор у нее существует, да.
Вот. И там же на Алиэкспресс вы можете купить вот такие вот металлические шарики, как от шарика подшипника, да, разного диаметра. У меня есть 8 миллиметров диаметра, я считаю, такой оптимальный, да. Вот. Но можно 10 даже купить, будет потяжелее, и, в принципе, даже забрало может расколоть у этого головастика. Вот. Так что вот, бесшумное, дальнобойное, очень эффективное оружие. Стоит немножко потренироваться. Вот, у меня был старый ролик лет года 4 назад, я тренировался отлично, и бутылки колят, и банки насквозь стекля, эти железные пробивают. Вот, отличная вещь, так что вот рекомендую. Рогатка и металлические шарики к рогатке. Еще один вид оружия, это телескопическая дубинка, металлическая, да. Они тоже свободно продаются через интернет. Вот, это американского типа, такая, ну, типа полицейская, она не полицейская, конечно, она более упрощенная, но достаточно эффективная. Увесистая, хороший металл, на конце это вот такой мощный набалдашник с острым конусом, специально для разбивания стекла и разных таких вот стеклянных поверхностей. Стекло в машине, к примеру, да, забрал вот это, возможно, можно, если не разбить, то повредить у головастика, да, вот. Вот это размеры, значит, 21 дюйм, это где-то 53 сантиметра. Они разной длины бывают, у меня есть и покороче. Вот, ну, по крайней мере, вот, это Enforces. Такая фирма, вот, это американский стиль. Вот, очень такая конкретная, да. Я когда-то показывал некоторые упражнения с этим делом. Вот, и мало никому не покажется. Хоть в каких доспехах головастик будет, да, всегда есть уязвимые места, по которым это будет очень эффективно. Очень эффективно. И, так сказать, ему мало не покажется. Вот. Но это, видимо, все-таки нелегальное оружие. В Швецию можно хранить дома и обороняться на своей территории. Вот. Но в общественных местах запрещено. На демонстрации, на митинге с такой штукой, конечно, как бы рискованно ходить. Но если вас уже все достало, то почему бы и нет? Вот. Отоварить супостата так, чтобы он это самое временно потерял сознание, что-нибудь ему сломать, да, это вполне реально с этой штукой.